Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, что такого есть в этом отчаянии в собственных силах, что приводит его к раскрытию высшей силы? Что значит отчаяние? У меня есть важность цели. Я тянусь к этой цели, я обязан ее достичь, но не способен. Тогда я начинаю искать, кто же мне может помочь. Но это не то, чтобы было какое-то тотальное отчаяние. Я нахожусь в осознании важности цели, это одно. Должно быть здесь так. Важность цели. Важность цели. А здесь отчаяние в собственных силах. Значит, здесь, если я нахожусь в отчаянии, здесь я нахожусь в осознании величия. И тогда, когда я нахожусь в этих двух состояниях, эта цель для меня велика, мне она необходима. Я отчаялся в собственных силах, но я обязан достичь обязательно этой высшей цели. Это верное отчаяние. И тогда я обращаюсь к Творцу. Обращаюсь к Творцу. И получаю от Него силы. И поднимаюсь. Об этом написано, что нет более счастливого момента в жизни человека, чем тот момент, когда он отчаялся в собственных силах и знает, что ничего ему не поможет, но что только тогда он способен обратиться к Творцу. Но способен это, когда он захочет, пожелает. То есть то самое состояние гадлут, величия здесь, это величие цели. Я ввожу свой крик, свое требование, просьбу.